В Одессу прибыл самолет с 24 ранеными бойцами на борту. Они получили травмы в зоне боевых действий на востоке Украины. Со школьного аэродрома их сразу доставили в военный госпиталь. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их отправили в реанимацию. Во подрыв на противотанковой мине. Тяжелое ранение правой ноги, осколочная перебита. Правая нога, осколок в глазе. Будут оперировать глаз. Вот у второго мальчика там тяжелее, осколки повредили, ну, очень практически все тело. Перебит правый коленный сустав, левая нога повреждена, руки повреждены. Ну. Отмечу, это третий борт с начала года. Всего на данный момент на лечении находятся свыше 100 бойцов, которые получили ранения на Донбассе. По словам волонтера Андрея Тансюра, это самое большое количество ребят, доставленное единовременно. До этого доставлялись 12-13 человек одним самолетом.